Итак, друзья, сегодня заключительный этап аттестационной комиссии, то есть сегодня будет проверка послушания и ловкости. То есть этап будет называться ППЛ. Будет проходить он вот на этой площадочке, как вы видите. Ну и посмотрим на все на это. Я обязательно вам покажу. Налево. Налево прозвучала команда. Кругом. Кругом прозвучала команда. Так, вот они, представители Казахстана сейчас. Немножко срыв произошел. Достаточно сложная команда для исполнения. Собачка что-то взволновалась. Я смотрю, хозяйка тоже взволнованная. Да, идет отвлечение запаха. Собачка что-то ее отвлекает. Но ну, может быть, да, действительно, собака хотела в туалет. Ну и заключительное сейчас упражнение будет, упражнение на выдержку. Пойдем на выдержку. Короче, стирать надо. Ой, иди, я положу потом. Какие вы быстрые. Даже мне не видно. Ну, здесь ляжем. С другой стороны. Ну, ляжьте. Нам тоже. Там. Ляжьте, нельзя так ляжь. Ложитесь.
Квадратики есть сами. Они из Казахстана, им можно. Засеки, засеки. Вот собачка сейчас лежит на выдержке. Хронометрист отмеряет время. За 5 минут собака как бы должна не встать с места и выйти за радиус там метр, по-моему, да? Вообще по-хорошему зона выдержки должна быть огорожена волчатником, марками ленты. Не должна она выйти из этого пространства. Ну, здесь в течение 5 минут, да, вот я слышал раньше там, вплоть до того, что там за угол куда-то уходили 20 минут. Конечно, вот, то есть она не видела своего хозяина, только выполняла команду хозяина, команду места. Ну, вот посмотрите, достаточно много здесь всяких отвлекающих маневров. Да, собака. Собаки бегают и... Судьи ходят и... Практически не реагируют. Реагируют лишь поворотом головы. Не более того. Положение своего тела не меняет. Ну, друзья мои, я рад представить вам своего коллегу, тоже кинолога-спасателя, тоже с новосибирского отряда, Новосибирской области, города Куйбышев. Зовут Сергей, достаточно опытный кинолог. Прошу любить и жаловать. На самом деле я всего лишь учусь, я любитель. Это, не более того. Это он скромничает, поверьте мне, поверьте. Сергей у нас из группы тех людей, которые не любят выпячиваться. Хотя вот он тоже принимал участие в спасательных работах вот, в городе Омске. Он и его собака. Смотрите, реакцию сразу же. Давайте подойдем сразу, попросим комментарий небольшой. Наташ. Ну, я не буду сейчас представлять. Я уже представил, что это кинолог из Казахстана. Приехали, Наталья. Скажите, порода какая собаки у вас? Это австралийская овчарка. То есть австралийская овчарка, да? Ну, как вы оцениваете своего выступления? Ну, если честно, то не очень хорошо, она может делать лучше. Я вот просто сразу сходу скажу, вот твое волнение было видно вообще. Да. То есть я так думаю, что оно и собачке передалось. Передается, как бы... Как кличка? Это Minimax Travel to Glory. Просто Glory. Просто Glory. Glory, я смотрю, она смотрит, у нее хозяйка волнуется. Есть такое. Вот, ну, все равно ребята отработали хорошо. Пожелаем им удачи от имени канала. Как мы прошли поисковые этапы. Как бы послушка, на поисковых этапах она была отличницей. Ну, здесь вообще на этих соревнованиях, я скажу, что достаточно сложные испытания проходили, да, как на техногенном завале сложные, да, испытания. Природа. Да. И природные там вообще статисты уложили, аж там что-то где-то около 45 метров, да. То есть, ну, достаточно сложные были испытания, и народу очень много срезалось. То есть и собаки, которые профессионально работают. Собаки, которые профессионально работают, некоторые не прошли эти испытания сертификационные. У вас прошло все замечательно. Мы рады видеть у нас в России представителей Казахстана, что они тоже как бы участвуют. Мы тоже рады к вам ездить. Ну, удачи вам. Спасибо.